очередная посылочка из Китая, в которой ручечки. Одну из ручек мы отложим. Это заказ для одного человека. Ну, а вторая ручка будет у нас на вскрытии. Такая сяомишная штука. Я уже проверил, это оригинал по штрих-коду. Ну и вскрываем. Стоимость там 213 рублей была. Ну, я не знаю, там сейчас не больше 250 за данную ручку. Логотип Mi и Mi UI. Midja. Ручка вот в такой soft touch пленочке. Все, здесь кроме ручки ничего нет. Дополнительный стержень я не заказывал, так как у меня они есть. А человеку, которому заказывал вторую ручку, они ему просто-напросто не нужны. Вот. Делаем вскрытие ручки. Снимаем защитный колпачок. Вот так они поставляются. Довольно-таки плотно сидит. И очень тонко пишет. Попробуем черным цветом. Тонко и мягко. Вот такая вот ручка. Она легко откручивается для замены стержня. Тут уже китайцы наследили. Вот. И легко закручивается. Раньше вот это вот все было такое прям soft touch покрытие. Теперь же есть небольшие косяки. Здесь вот вообще неровно идет. Ну, ничего. Простим зайчику. Ручка, которая по заявлению производителя пишет под любым углом, кроме как на своей пачке. Это гелевая ручка, гелевые чернила. Вот так вот выглядит. Кому нужно, можете заказывать. Ссылка будет в описании на проверенного продавца.